На какие бы мероприятия или гастроли не приезжали бы актеры, некоторые заглядывают в школу Хабенского, в тех городах, где они существуют. В Казани это особый случай. Представители профессии тесно переплелись рядом обстоятельств. Чулпан Хаматова заглядывал уже в одну из школ, чтобы вспомнить и свою альма-матер, и посмотреть на племя «Молодое незнакомое». Сегодня актеры разных школ и поколений встретились на оперении. Здесь идет внутрипрофессиональная борьба и разбор полетов на заданные импровизации, домашние заготовки и мастер-классы. Благотворительный музыкальный проект «Поколение Маугли» уже видели дети и педагоги. Но впереди то, что приближает к профессии: этюды, миниатюры и беспристрастные разборы полетов. У меня тоже было такое счастье. У меня был лагерь «Квант» при Казанском университете. Поэтому мне очень близка вот эта вот... безумная, неуправляемая подростковая масса, которая бурлит вокруг, и я очень рада, что это все продолжается уже в таком качестве. Встреча с Хаматовой – это творческий мастер-класс о становлении актера и секретах мастерства. Разбирается многое – и приемы, и умение импровизировать, и тяга к чтению, особенно актуальная в год культуры. Актриса вспоминает, что в годы ее детства и настоящая ее дочерей книга была в особом почете. Эти дети, конечно же, будут читать книги, потому что только книги могут дать тот объем личности, который необходим будущему артисту и вообще любому преуспевающему человеку, который хочет вырваться из толпы и стать кем. Очень я боюсь выходить на сцену. Я очень люблю репетировать в репетиционном зале, пока нет зрителей. Дмитрий Пивоваров, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир».